Ну что, родные мои, нам в очередной раз бросили вызов. Компания Apple приостанавливает продажи своих смартфонов в России. Но это на самом деле совершенно не беда. В моих руках вот такой вот замечательный телефон, отечественный телефон Aya, Aya T1, я и Aya. Давайте посмотрим, что внутри. Такой телефон можно использовать именно для звонков с самым дорогим и близким, потому что у него есть уникальная разработка, в мире этого нет. Вы можете выключить и камеру, и микрофон одной кнопкой. Мы обязательно это посмотрим. Итак, что у нас есть? У нас есть инструкция, вот, какой-то чехольчик даже, но это на самом деле не главное. Самый главный герой, собственно говоря, Aya T1. Совершенно новый смартфон. Вот это мое любимое. Слышите звук? Замечательно. Давайте попробуем его включить и посмотреть, работает ли он все-таки или нет. О, и отечественная система Аврора. Произведена открытая мобильная платформа. Очень приятно. Так, смотрим. То есть здесь не Google, не Apple никакой. Здесь именно наша отечественная система. Сейчас, кстати, такой смартфон можно купить в магазине за 15 тысяч рублей. Да-да, рублей. Сравните это с продажами Apple и всех прочих. Значит, что здесь очень важно? Что здесь очень важно? Конечно, сегодня такие смартфоны по большей части в магазинах идут на андроиде. Однако, я уверена, что Аврору скоро поставят и везде. Мой на Авроре. Смотрим. Пошел процесс загрузки. Но раз этот телефон мы будем использовать для звонков родным и близким, то начнем мы с самого близкого мне человека, от моего папы. Вот сейчас ему мы и будем звонить. Кстати, эта знаменитая кнопка отключения камеры и микрофона находится прямо вот здесь. И мы ее будем тестировать. Так что с полной защитой от слежки. Итак, что мы видим? Ну, замечательный какой-то кристалл перед нами. Кристалл, давайте откроем. Снова требует код безопасности. О, снова наши 5 единичек. Ага, теперь пора совершить звонок. Заходим в телефон. Видим набор номера. 8. Не буду вам озвучивать номер, папа. А то вы будете ему звонить. А он любит, когда я ему звоню. Ну что? Громкая связь. Ставим погромче. Слушаем. Алло. Пап, привет. Привет. Я тебе звоню, ты не поверишь, с российского смартфона. Вот мы только что с ребятами распечатали, да, и звоню. Как дела? Ну, я настолько замечательно слышу, что крайне удивлен, что у нас такая техника великолепная есть. Изумительная слышимость. Отлично. Мы не знали, она вот есть. Мы ждем встречи. Могу попутно объявить. Спасибо. Всех все хорошо? Да, все отлично. Я слышу, там мне все привет передают. Им тоже всем от меня привет, маме, бабушке. Всех обними от меня. Все, пошла дальше разбираться. С большим удовольствием тоже. И мне, пожалуйста, реквизиты, где такую супертехнику можно купить. Когда пап стоит 15 тысяч рублей. Ты не ослышался. Рублей. Ой, супер. Кстати, заказать можно. Спасибо. Все, побежали дальше трудиться. Да, как будет удобно, расскажешь мне подробнее. Я есть. Очень хочу знать. Все, пока-пока. О, работает. Так что, знаете чего? Без Apple, Google и всех прочих мы себя нормально переживем. Вот так.